опыление. Опыление – это способ размножения большого количества растений. Слово «размножаться» на самом деле не совсем точно, потому что с помощью этого процесса растение не будет производить идентичную копию самого себя. Мужские и женские генетические элементы будут смешиваться и потенциально создавать другое растение. Опыление – это процесс, когда пыльца с мужского органа переносится на женский с целью оплодотворения. Тычинка – это мужская часть цветка. У нее есть пыльники, которые содержат зерна пыльцы. Женский орган называется пестик. Он вмещает завязь с одной или несколькими семяпочками. Когда они оплодотворяются пыльцой, семяпочки развиваются в семена – и в этом случае завязь становится перцем. В случае редиса завязь превращается в стручок со множеством семян. Огородные растения, предназначенные для производства семян, имеют разные типы цветков. Многие цветки гермафродитные, двуполые, то есть они имеют и мужской, и женский орган в одном цветке. У некоторых гермафродитных растений пыльца остается в середине одного цветка. Мужские органы выпускают свою пыльцу, когда женский орган становится восприимчивым. Говорят, что цветок самоопыляется, а растение автогамное. К этому примеру относится фасоль, салат латук и помидор. Есть также цветы гермафродиты, чьи мужские органы могут опылять только женские органы другого цветка. Иногда мужской орган может опылять только женский орган цветка другого растения. Поэтому они должны полагаться на внешний опылитель, который переносит пыльцу с одного цветка на другой, либо на том же растении, либо на другом растении. Мы называем это перекрестным опылением, и растения называются аллогамными. Есть также растения с однополыми цветами, что означает, что у них есть только один орган – мужской или женский. Поэтому передача пыльцы должна происходить между разными цветами – от мужского цветка до женского. Такое опыление является также перекрестным, а растения – аллогамными. Мужские и женские цветы могут быть на одном растении. Это, например, огурец и кукуруза.
Но иногда мужские и женские цветы могут быть на разных растениях. Например, мужской орган шпината находится на одном черенке, а женский – на другом. Поэтому шпинат – это анемофильное или ветроопыляемое растение. Таким образом, существует два способа опыления. С аутогамными растениями это может происходить в пределах одного цветка. А в случае аллогамных растений это требует внешних переносчиков. Однако некоторые виды могут сочетать две формы опыления. Например, для помидора характерно самоопыление, но в соответствии с климатическими условиями он может оплодотворяться перекрестно. С поднятием температуры женские органы высовываются из чашечки и принимают пыльцу других цветков. Другой пример. Салат латук может опыляться перекрестно, если в саду в период цветения очень много разных насекомых, которые переносят пыльцу на значительное расстояние. Условия окружающей среды и наличие в саду или вокруг других цветов влияет на активность насекомых, а также на опыление цветов растений, которые вы выращиваете для производства семян.